Опята, вот они. Любые на выбор. Вон те, что слева, на тот свет. То, что справа, с водочкой пойдет. Снова здравствуйте. Залезли мы в какую-то чащу с Серегой. У нас сегодня выход. Надо, говорит, за опятами. А их почти нету. Да не почти, а уже нету их. Вернее, они есть, но кто-то их собрал вперед нас. Так что идем мы за кем-то. Вот они, все мои опята. Один свинух. Ну зато тут нетронутый стоит парнишка, этот мухомор, я его забираю. И пойдем дальше. Колено я уже натрескался, оно тут кругом. Вот тут так красиво. Фух. Нам же потом еще подниматься. Ну ничего, поднимемся. Вот так примерно. Это впереди, да, впереди нас идет кто-то. Вот этот березовый весь пень уже собранный. Здесь ведра два. Ну и мне досталось маленько. Вот этот отломил. Вот отломил я ее, а там ха, меня ждут. Сейчас будем собирать. Я залез в какой-то ров. У него глубина тут 3 метра. Фух. И вот березяка, а под ней опята, вот они. Любые на выбор. Вон те, что слева, на тот свет. То, что справа, с водочкой пойдет. Фух. Вот, смотрите, наверх. Вот она упала и лежит. А я под ней. Сейчас я полезу их рубить. Там еще какие-то торчат. Грибочки, не знаю, подойду поближе. Слепой же. Серега! Ору, ору, он не отвечает. 30 минут не могу дораться. Ладно, пойдем поближе к этой. Вот к этим. Ребятам подойдем. Сейчас. Вот они. Сейчас я эти соберу. Вот эти соберу. И вот эти соберу. Так. А эти не буду, наверное, брать. Или буду. Ну, сейчас подойду поближе, срежу один, посмотрю, что там затроливали. А там вон какие поганочки сидят хорошие. Вот они тут, у них соседство всех коров. А вон еще вижу. Вон они. Ладно, все. Время, деньги. Ну что, ребята? Мечта идиота и грибника. Срослось все. Смотрите, сколько их здесь. Вон сколько. Прям навалом. Хорошенькие, прям ядрененькие такие. И над ними уже мошка кружит. Она так и норовит их сожрать. О, сколько. Да уже срезанные. Вот они уже пол ведра тут. Смотри, чтоб ведро туда не рухнуло у тебя. Да я держу коленки. Все, поперли собирать. Ну вот мои сегодняшние пробежки. Ведерочко я надергал. Все-таки опять. Фух. Ё-моё. Дебри конченые. Вот прикиньте, я вот по этим кушарам, крапивякам лез оттуда, снизу. Потом спустился еще ниже, вверх забрался там где-то. Фух, это караул. Вот это опята. Достаются они. Ах, вот два пня вижу. Ноги сами к ним идут. Пойду, посмотрю.
Там Сережка уже орет, наверх вылез давным-давно. Ждет меня. Иду. Переехали мы. Вот тут влево были, в лагу там. А сейчас тут переехали. Вот сюда вот заехали. Посмотреть, что здесь. Как тут красиво, некрасиво. Вот. Это сосны. Кедрача здесь не видать. Серега говорит, его здесь нет. Вот так примерно. А там, походу, какой-то домик стоит. Может, пасека. Там просека большая. Вижу. Там тоже какое-то здание. В Кушарах. Это дачи-то. Дачи. О, ну я-то откуда знаю? Я ничего не знаю. Это ульские дачи. А вот что-то скосили. Отава выросла уже. У нас вот это. Не успели в лесочек зайти. Грибочки такие образовались. Свинушки немножко и груздик. И там он один масленок где-то спрятался. Где-то вот масленочек один. Потому что здесь, что, здесь вот они. Вот тут надо сосны. Шишечка у нее какая. Симпотная, маленькая. Вот еще. Скоро она отойдет. И не будет лиственницы она. Хоп, и все. Пожелтеет. И все иголочки отвалятся. Площадка должна быть и это и построена нахуй. Прикиньте, дорога Советского Союза в тайгу куда-то асфальтированная. Вот это номер. И асфальт еще не разрушился. Вот это мы заехали. Для шахтеров, оказывается. Слышь, ну блять, тут все, наверное, тупик. Нет, еще вот дорога влево. А вот этот и есть Брендсберг. Тормози назад, за чуть-чуть, чтоб не провалиться бы нам куда-нибудь, а то нас здесь кто будет доставать потом. Пойдем посмотрим. Здесь вот так. Красиво. О, здесь шахтеры, блядь, были. Вот, что от шахтеров. Смотри, сколько балок. Одна, две балки. Да. Вон третья торчит. И в бетоне вон. Там. Ну что, будем разбирать? Сучку привязать ей. И тут облепиха. Вот железо торчит. Ну-ка стукни по нему. Да ну нахуй ты. Не шевелится? Да ну ты что? Не шевелится. Что, вкусное? А? Смотри, какая ли. Крупнячая. Ну. Вообще толстая прям. Сейчас мы ее подъедим. Ну, металлисты просто не знают, что здесь такое здание есть. Они его разберут в 6 секунд. Техники понагонят. Оля, надо за облепишку сюда приехать. Вот где облепишка.
мелкая. Сегодня я показывал, она высокая, а это вообще вон мелочь. Так, что мы тут имеем? Да, железа много там забетонировали. Ладно, погнали наши городских. Если Сергозы сюда поедет, я возьму. О, зонтики вкусные. Но я их не ем. Кусок железяки. Ну так, все. Короче, здесь была... Шахта была здесь, да? Да. Шахта была? Ну, конечно. Гренсбург. Гренсбург какой-то. Я не знаю, что это такое. Так, за елку держимся. Вон облепихи сколько. Но там ее нету. Сейчас вытащим, подожди. Может быть, если она там не прикрученная ни к чему. Не прикрученная, по-моему. Ну все, всем пока.